Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Чудесный летний день. Я приехал в Сосновый Бор пособирать чернику. Посмотрите, как красиво у нас. Сейчас походим. Найдем чернику. И будем собирать. Ну идемте, друзья мои, поработаем, собираем чернику. Идемте, хватит любоваться этим лесом. Работаем. И вот она, черника. Посмотрите, полюбуйтесь. Поспела уже. Ну, собираем. Вот такую вот ягоду приятно собирать. Ну, работа идет. Собираем. Хорошо в лесу. Приятно, когда есть ягода, можно ее вот так вот собирать. Вот такую вот. Уральская черника. Смотрите, друзья мои, какой сосновый бор. Тут и пихты растут вот. Такая вот красота у нас. Небо голубое. Вот так вот ходим и собираем чернику, такую вот ягодку. Работа идет. Вот у меня ведерочка, еще немного осталось, литр где-то, наверное, еще набрать будет хорошо. Ну, работаем. Вот пенечек, а вокруг него черника. Прям вообще классная. Такой наш лес. Небо голубое-голубое. Какая елка стоит. Вот. Такой уральский лес. Посмотрите. Какая крупная черника. Вот в траве такая она. Вообще. Такую приятно собирать. Посмотрите. Какие кисти. Вот.
комарик прилетел. Вот так вот ветерок, не лишнего их можно собирать. И вот такая вот. Но это вот мелковатая. Да нет, нормальная. Тут елки такие. Пихты. И черника. Собираем. Вот такая я. Черненькая, синенькая ягодка. И зовут меня Черника. Красота. Друзья мои, видите, какая красивая ягодка растет. Красненькая. Вот она красивенькая, но очень ядовитая. Это волчья лыка. Вот когда будете в лесу, предупредите своих детей и сами ни в коем случае нельзя ее пробовать. Ядовитая. Вот еще она растет. Сейчас покажу. Вот она. Кустики такие. Видите? Такие вот ягодки. Заманчивые. Красивые. Но ядовитые. Так что будьте осторожны. Вот лучше такую ягодку собирать. Чернику. Видите? У нее даже бабочка села. Эх, улетела. Вот я. Я далеко-то полечу. Мне ведь покрасоваться надо. Вот какая я. Чернишка наша. Черника. Ну, друзья мои, насобирал я свое ведерочко. Вот такая вот черника. Полезная ягода. Укрепляет зрение. Ну, всем пока, друзья мои. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.